уже страшно. Не бойтесь. Как-то вообще. Так, вы готовы? Да, готова. Так, сейчас. Давайте руку левую. Левую? Да. А он понимает, что да, нужно идти налево-направо. То есть, да. А я не врежусь сейчас куда-нибудь? Вдруг нет, он меня не сведет? Нет, точно. Точно? Очень. На самом деле он очень быстро идет, очень быстро. Вот так вот мы просто уходим. Бежать. На самом деле это очень-очень страшно. Налево. Такое чувство, Эрик, что... Где? В какой-то другой вселенной находится. Никакая доступная среда, никакое инклюзивное образование, оно не будет эффективно, пока люди сами, общество не начнут нормально воспринимать инвалидов. Но вот как раз-таки цель нашей акции – это воспитание у граждан культуры вот этого взаимодействия, да? Ну как у вас ощущения? На самом деле очень страшно. Кажется, да. Что упадешь и, повязку, не знаю, давайте. Врежешься куда-нибудь. Ну вот представьте, вот мы вот с Димой, вот, вторая собачка, мы... Раньше зрячие были тоже, угу. И вот зрение потеряли. Вот у обоих темнота в глазах. Представьте, каково к нам было сперва. А сейчас мы привыкли, как бы уже ходим, нормально все.